Это видим наши холодильник, значит, это лед занесен, это сучки, черенки для прививки, там еще некоторые вещи, вот. Ничего так особенного, но это холодильник до нуля, там конца мая здесь стоит, такая вот погода, так что... Летние и двухлетние прививки, да, весенняя копуляция, значит, осенью у него такая величина. В 3-литровом контейнере, да, это съедобное, но это русские сорта. Здесь довольно много съедобных, да. Ну, нет, здесь не написано, может. С этим мы работаем давно, съедобных на нас, на нашем сайте. Вот что отрезали, это значит будем прививать. Ну, вот такой странный вид. Зеленый. Это Дорайнбош Бетулеутилис, да, у него. Кора такая выражена белая. Сортик, да. В последнее время популярный сорт. Весной, значит, сейчас делаем древесные черенки. В основном гортензия. Может, спирея. Такие вещи. Черенкуется он сразу в кассету. Потом дальше потом машин, да. Вот так. Да, це три контейнера, це, значить, от прививочка, да, весною прививаємо, это, значить, двохлітні прививки, це рябина, доволі популярна, да, у нас сорта, їх багато, вона і в сади у нас устраивается. Это маточник его отобьющийся, да, там, рядом с вами, это. Это тоже. Вот, при том, эти, они адаптированы, да, проверены у нас, так что это не то, что куплено в Польше, скажем, в Германии, вот мы сейчас торгуем, так что это все проверялось, и с него только берем как бы черенок. Камсис шикарно цветет, да, камсис фламенко. Да, это весной, это, так что это можно походить, посмотреть летом это. Размер растений, значит, такой, который помещается в машину, да? Вот здесь у нас. Но пока этикеток еще весенних нет, еще зима, снег.